закончился у нас поединок. Очередной Юпитер ВТБ. Инопланетяне одержали очень трудовую победу. 1-0. В студии у нас руководитель, наставник команды ВТБ Дмитрий Саашвили и талисман команды Юпитер, можно так сказать, Вячеслав Алексеев. Дим, начнем с тебя. Проиграли, на мой взгляд, проиграли по делу. Очень такой, знаешь, безэмоциональный, беззубый футбол. Не так много создали моментов. Что случилось, почему так? Спасибо сопернику за игру, но сегодня матч не предвещал футбола. Мы прекрасно все знаем, что Юпитер — это сплошная борьба и минимум футбола. Но вот мы ввязались в их игру, поэтому ничего не показали ни те, ни другие. На самом деле, сегодня еще появилось несколько новичков, и мне показалось лично, что сыгранности не хватало в безобидных ситуациях, просто тебе отдавали мяч, ребята еще друг друга не понимают, вот. Поэтому нам еще понадобится какое-то время, чтобы сыграться, лучше почувствовать друг друга. Я думаю, что с каждой игрой мы будем прибавлять. Потому что сегодня было два новых человека, и вот их сочетание, там были проблемы. Плюс Торопов, Илья, первая игра для него в этом сезоне. Так же, как и для Брушкова с Кухтиновым. Да, игру. Три футболиста, поэтому были у нас проблемы с этим. Тим, ты угреешь совершенно стали играть, грубо говоря, как Юпитер, но я вот посмотрел первый тайм, соглашусь, равная игра, наверное, по два голевых момента создали, расскажи мне просто даже интересно, что случилось в перерыве, что ты сказал, что первые 10 минут Юпитер создал 4 голевых момента, полное преимущество, тотальное превосходство, что случилось в перерыве? Я, честно говоря... Вообще, не могли выйти, ты видел, знаешь, я вот, извини, перебью тебя, даже не дал договорить, Нет, к тому, что одних отдавали мяч постоянно. Две передачи. Я тебе и сказал, что вот была какая-то проблема именно с взаимопониманием. Вышли люди, и передачи шли куда-то никуда. С Артиком была отличная игра, отличный контроль. Сегодня мы это увидели только вот когда, наверное, не знаю, гол пропустили, вот это что-то похожее увидели. Действительно, игры сегодня не было, играли плохо. А Юпитер давил, грузил, ну, в своем стиле играл. У Юпитера статистика, что второй тайм они играют сильней. Да, я об этом говорил. Юпитер действительно вышел на второй тайм, и он выглядел мощнее, но в итоге задавил. Наверное, я с тобой соглашусь, победа Юпитера закономерна. Слав, с победой, во-первых. Да, вижу, как ты шел, улыбаясь, к нам в студию. Поделись своими впечатлениями об игре, твой комментарий. Спасибо большое, хочу сказать нашим ребятам, все бились достойно, спасибо сопернику. В принципе, соглашусь с Димой, потому что мы тоже не рассчитывали на какой-то прям футбол, потому что мы знали, что будет борьба на каждом участке поля. Но мы оказались сильнее, Никита Андреевич, наш старший тренер Ярославцев, настроил команду так, чтобы мы играли первым номером, навязали им свою игру. Наверное, это где-то получилось, и мы старались играть в тотальный прессинг, что дало свои плоды, соответственно. Ну, как ты считаешь, за счет, вот, в принципе, говорю, в первом тайме была игра равна, за счет все-таки главный фактор, почему вы сегодня выиграли, в чем вы переиграли ВТБ? Ну, не буду, конечно, рассказывать опять про наши остальные. Наверное, соперник где-то подсел, и мы смогли додавить в концовке. Опять же, мы в середине второго тайма опять активизировались, начали давить гораздо сильнее, и, наверное, это сыграло свою основную роль. Мы переиграли, перебегали, передавили. Ну, я соглашусь, наверное, со Славой, Дим, что физически, наверное, Юпитер также был сегодня сильнее. Знаю я, что у футбольного клуба ВТБ очень серьезная задача в этом сезоне. Пока, какой у нас уже тур 5, по-моему, да, с командой сыгрывается, но уже 5 туров, и пока, честно, не видно никаких-то прям уж больших светлых пятен. Что делать, как вот за такой короткий срок сделать так, чтобы команда все-таки билась не за вторую восьмерку в этом сезоне, а за первую? Я, честно тебе скажу, вообще не сомневаюсь, что команда будет биться за первую восьмерку. У нас очень сильный исполнитель, не хватает именно сыгранности. У нас команда по исполнителям может даже, не знаю, ну не тройку, конечно, но за пятерку должна биться. Вот, ну я беру там плюс-минус, ну восьмерка железно. Я не сомневаюсь, мы потом... То, что в четырех матчах три очка. Конечно, я говорю, не сомневаюсь абсолютно, команда будет в восьмерке железно. Вот, потенциал очень высокий, будем стараться биться за пятерку. Такие задачи перед командой поставлены на этот сезон. Слав, Юпитер будет в восьмерке? Или в пятерке? Или в тройке? ЖБ будет. В пятерке точно будет.
Мы, конечно, у нас очень пришло очень много новых людей, огромный коллектив, но у нас, к сожалению, нет времени на раскачку, у нас, к сожалению, нет спонсора, да, который может нам как-то облегчить, скажем так, выдохнуть хотя бы по поводу финансового вопроса. Мы все равно стараемся, бьемся, сейчас начался тренировочный процесс, опять же, Никите Андреевичу огромное спасибо, он его обустраивает, организует очень качественно и очень грамотно подходит к этому вопросу. Ну вот, начали тренироваться на Заслонова, за что спасибо тоже Максиму Антонюку. Мы теперь знакомое поле, наш как бы родной стадион, дома и стены помогают. И будем бороться, будем стараться, что делать. Ну, будем. Слав, вспомнил еще один вопрос по игре, обсуждал я, когда на комментаторском мостике с Иваном Рокоссовым еще его. Здорово начали второй тайм, Зимин забил, полное преимущество, Зимина поменяли, выпустили в нападение невысокого Тамбовцева. И честно тебе скажу, игра-то в нападении пропала. И Тамбовцев на самом деле достаточно большое количество времени отбегал впереди. Почему Тамбовцев? Почему? Потому что мне показалось, что именно так побоялись, что 1-0 этого достаточно, что хватит, немножко игроков выпустили более, ну, соответственно, защитного плана. Просто честно, вот до сих пор эта замена непонятна мне. Объясни, пожалуйста. Немножко попробую, тебя Вась забил, во-первых, Женя Байбородин. Да, с передачи Зимина связка Ангелора сработала. В принципе, ребята знают друг друга давно. Нет, просто мы поддерживали темп, как, опять же, говорю, старший тренер сказал, что мы поддерживали темп всю игру, видели, мы частые-частые замены использовали. Нет, просто дали подышать, в принципе, что касается Кирилла Тамбовцева. Запас сил у него бешеный, он заряжен, он создает, нагнетает, затравливает защитников, что вы, в принципе, видели, что если мы, например, поджимали, то, к сожалению, последним защитникам ничего не оставалось делать, как только играть на вынос. Это сыграло, опять же, свою ключевую роль, я это считаю так. Дим, последний вопрос еще к тебе. Отличный сбор опять. Много у тебя, я вижу, заявки футболистов. Наверное, любой руководитель может этому позавидовать. Но отчасти это также головная боль для тренера. Хватает ли тебе того времени? Все-таки есть футболисты, которые отыграли чуть больше, есть чуть меньше. Но даже те, которые отыграли чуть больше, ну, мы Ткаченко не берем. Они, в принципе, по совокупности, ну, не отыграли прям вот очень много. Соответственно, такой вопрос. Хватает ли тебе времени, чтобы понимать, кого, как и где выпускать? Не, да, это приятная головная боль, когда много исполнителей и все высокого уровня. И ищем сочетание, видишь, как ты нас хвалил в прошлом матче, что тогда с Артиком мы угадали старт, да, и уже в дебюте сделали. Но только старт. В дебюте сделали результат, потом от этого плясали. Тут, может, с чем-то не угадали, может, с чем-то не угадали. Видишь, у нас капитан, команд Андрей Матюнин с травмой играл, да, не мог... Не на 100% был готов. Будем смотреть. Кто-то всегда будет недовольный, кто-то сыграл больше, меньше. Но играет тот, кто на данный момент, да, кто-то готов приносить больше результат. Пока абсолютно мы всем доверяем. Я стараюсь, ты, наверное, видел, сегодня всех выпустил, что все поиграли. Да. Мы смотрим... Нет, ну мы смотрим всех в боевых условиях. Вот, к сожалению, так вот на этой неделе у нас не было возможности потренироваться, не было тренировки. Поэтому вот пришлось новичков сразу бросать в бой, сразу смотреть. Ну... Кто-то у нас начинал Суперлигу золотым волной, уже сейчас не вызывается. Сейчас будем методом проб и ошибок отбирать тот состав, который будет бороться за пятерку. Спасибо.